Возьмите Брестское «Динамо». Я порадовался, что они стали чемпионами. Не потому, что Батэ мне не родная команда. Для меня Батэ тоже родная команда, как и все другие. Но я рад за Брест, что появилась волевая, конкурентная команда. Руководители, тренеры. И не за государственный счет. Пришли и победили. И вот в этой конкуренции подтягивается там «Шахтер», другие команды. Это уже конкуренция. И в этой конкуренции, я надеюсь, что начнет возрождаться наш футбол.